День работника культуры – это единственный праздник в году, который организуется именно в честь всех представителей творческих профессий. Ведь остальные торжества у них почти всегда рабочие. Мы имеем огромную армию работников культуры. Это вас, которые, благодаря которым мы проводим и реализуем многие проекты, репетируем, учим, создаем, что-то делаем, там спектакли, концерт и так далее. А ведь вся эта работа как раз доказывает, что вы нужны, и показывает, как надо помогать. Праздничное мероприятие прошло в Доме культуры «Буревестник». Почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации и Совета депутатов округа были отмечены сотрудники культурно-досуговых центров, библиотек и детских школ искусств. Несите вот такой же позитив, вы такие талантливые. Ну, не могу просто сказать, какие только хорошие. Несите такое свое искусство и культуру в массы. На территории муниципалитета работают более 10 культурно-досуговых учреждений, в которых трудится около 500 специалистов. Счастья, здоровья, сил, энергии, красоты и гармонии. Хочу пожелать, чтобы они всегда были интересными, чтобы радовали зрители замечательными постановками, восхищали эмоциями и дарили праздник нашим жителям Ленинского округа. Многие считают, что работа этих людей – одни сплошные праздники. Но за всеми этими яркими и красочными мероприятиями, которые они организуют, стоит огромный труд. Праздник культуры очень важен для всего нашего народа, и от мала до велика, собственно говоря. Если не будет культуры, не будет, наверное, страны. Поэтому я хочу всех поздравить, причастных к этому празднику, отметить высокий уровень подготовки этого мероприятия. Очень приятно, на самом деле, когда нас поздравляют. Очень приятно получать такие награды, и я, знаете, рада даже, что не просто так, наверное, это все делаю, и что мою работу видят, и что самое главное – ценят. Заведующая Расторгуевской библиотекой Татьяна Пономарева несколько лет работала учителем в школе. И благодаря ее преподавательскому опыту учреждение славится увлекательными мастер-классами для детей и взрослых. Рада этому выбору, потому что, в принципе, те навыки, которые я приобрела в школе, они остаются. А вот новое и интересное добавляется и радует. Музыкальные и танцевальные коллективы округа подарили своим коллегам зажигательные номера и праздничное настроение. Тем самым вдохновили на новые идеи. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гюльнара Балаева, Видное ТВ.